и человек особый, и возраст у него почтенный. Сегодня 95 лет исполнилось одному из старших жителей Фрунзенского района. Иван Тимофеевич Синельщиков, профессиональный военный, прослужил 33 года, ему вручены за это 30 медалей. Во время войны снабжал Ленинград вторым хлебом, тогда там так называли дрова. Просто сказать тяжело, это лесозаготовки, эти далеко от деревни. Туда доехать надо 10 километров, там надо отрелевать 20 кубометров переместить. Все для Ленинграда. Во Фрунзенском районе 76 ветеранов, все на особом счету. Представители администрации ветеранского объединения поздравили Ивана Тимофеевича с юбилеем. Ему вручили подарки и цветы. Я тронут ваше желание. Быть может, это аванс еще того, что вы сказали. Я всю жизнь служил честно. Своим личным примером он передает тот опыт жизненного, который он прошел в жизни. Поэтому действительно достойный ветеран, сегодня поздравления. Местом торжественной церемонии поздравления ветерана стала музей-комната воинской и трудовой славы Фрунзенского района. Вечером Иван Тимофеевич намерен отметить юбилей в большой компании родных и друзей. Вот сегодня, в этот день, желаем много лет желанным, нужным людям быть, нести тепло и свет. Мы вас любим!